В этом году Министерство образования и науки Украины инициировало новый проект «Летние языковые школы». Они открыты на базе пришкольных лагерей, а главная задача таких школ – общение детей на иностранных языках и популяризация европейской интеграции Украины. Подобный лагерь впервые открылся и в средней школе номер 4 города Северодонецка. Видно по детям, что для них это интересно, для них это новое. Они повысят уровень знания английского языка. Языковые школы – попытка нестандартного подхода к обучению. Здесь нет домашних заданий и оценок. Все, что происходит – это игра, совместные проекты и творческая деятельность под руководством педагогов. Заниматься этим детям нравится. Английским заниматься в этом году интересно. Это не так, как на уроках мы просто учим, а тут уже что-то другое. Мы рисуем, там песни всякие учим, мультики на английском смотрим. А я поначалу думала, что будет скучно, а оказалось, что очень интересно. Общаемся, играем, учим новые слова. Когда вырастем, можем поехать за границу и свободно разговаривать на английском языке. На территории подконтрольной украинской власти в Луганской области создано 40 лагерей, в которых отдыхают более 1500 школьников. Больше всего языковых лагерей в Лисичанске, в Новоайдарском и Беловодском районах. Основная цель таких летних школ – не только предоставить новые знания, а прежде всего привлечь школьников к самостоятельному изучению языка. Мета цього проєкту – це залучити якомога більше дітей до навчання іноземним мовам, ввести моду на іноземні мови та підвищити рівень володіння мовою дітей. Кардинально улучшить свои творческие способности за несколько недель дети не смогут, но благодаря летним языковым школам они учатся общаться. Акцент ставится на особый стиль, отличный от школьного преподавания, который дает свои позитивные результаты.